Удостоверения многодетных теперь будут и в электронном формате. Люберецкие семьи с тремя и более детьми начнут получать такой документ уже с 17 сентября. Специально оформлять ничего не нужно. Если один из родителей и дети зарегистрированы в Московской области, то удостоверение придет автоматически в личный кабинет на портале госуслуг. В документе будет уникальный QR-код для каждой семьи. Электронное удостоверение равноценно бумажному и всегда сможет быть под рукой в мобильном телефоне, что позволит многодетным семьям чаще пользоваться льготами. В Подмосковье электронные удостоверения получат более 80 тысяч таких семей.